Вітаю глядачів. Сьогодні ми спілкуємося з кандидатом у народні депутати по 186 округу Георгієм Журавко. Пане Георгію, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Родом я з Ніколаївської області. Проживаю з 2004 року в Цюлюпінську, зараз Олешки. По професії я економіст. Образование у меня высшее экономическое, специальность экономика предприемств. Ну, всю жизнь, 26 лет, большую часть своей жизни работал на хозрасчетных предприятиях, естественно, на государственных. Мне всегда нравился город Цюлюпинск. Очень красивые края, очень хорошая природа. Очень мне нравился этот край, я переехал сюда жить. С удовольствием, по сегодняшний день мне очень нравится здесь. Ви є депутатом Олешківської районної ради. Розкажіть, будь ласка, в якій комісії працюєте і якими здобутками можете пишатися? Депутатом я став по виборній дільниці Підстепенської сільської ради. От. Люди пропонували представляти їхні інтереси в районній раді. Я дійсно з удовольствием согласився. Очолюю комісію по науці, спорту і зв'язками з ЗМІ. Вот, Олешківської районної ради. Ну, самая такая интересная, самая хорошая комиссия. Самая такая ответственная, можно сказать. У нас никогда нету никаких там прений. Вот. Почему? Потому что все касается детей, школ, спорта. То есть все идет нормально. Вы депутат первого скликания? Первого, да. Первый раз я стал депутатом, да. У нас постоянно есть какие-то вопросы, связанные со школами и особенно со спортом. Практически на каждой сессии мы рассматриваем вопросы, которые касаются жизнедеятельности этого направления. В силу своих возможностей, насколько это нам удается, пытаемся держать на плаву и спорт, и школы, и вовремя реагируем на кричащие какие-то вопросы, это что касается ремонта школ, там, обеспечения, компьютеризации классов. То есть, согласно проектам «Новая школа», вот. Ну, то есть, не отходим, так сказать. Я знаю, что вы много лет поддерживаете спорт, ось, байдарки. Чемпионат вы проводили, да? Да. Как появилась такая идея? Я всегда... Я ж не только поддерживал этот вид спорта. Вот. Я являюсь и учредителем громадской организации. Это самбо дзюдо джиу-джитсу. Возглавлял ее несколько лет подряд. Вот. Потом обратились поддержать тренер. Вот. Обратился с просьбой поддержать их. Посмотрели, взвесили свои возможности. Ну, с удовольствием в течение 10 лет этим занимались. Да, мы проводили очень серьезные соревнования, это уровень был Украины. Вот. Проезжало очень много детей, спортсменов, по 300 человек проезжало, участвовали. Ну, как говорится, делали, что могли. Скажите, пожалуйста, чему вы решили идти в Верховную Раду, отстаивать интересы Херсонской области? Решение возникло не спонтанно. Вот в течение особенно 5 последних лет я смотрел на заседание Верховной Рады, на заседание правительства, вот, читал проекты решений. И вы знаете, меня сильно вот возмутило, расстроило то, что, вы понимаете, вот у Верховной Рады, у них нету крепкого такого экономического блока. То есть людей, единомышленников, которые бы занимались решением экономических проблем. То есть у нас там все, обо всем говорят. Вот. Вот мы можем там про мову разговаривать в течение там 5 лет. Это нормально. Какую букву изменить в украинском языке? Это тоже нормально. Ну, про все. Только вот я не слышу. Вообще не слышу. А сам я производственник. Вот. Больше 30 лет я на производствах. Я знаю, как делается производство, я знаю, как оно формируется, как запускается, откуда берутся финансы на это производство. Я знаю, как его сделать прибыльным. Но, к сожалению, у нас нет законов, которые бы поддерживали бы это все. То есть на высшем законодательственном уровне у нас это все разбито, ну, я не знаю, я извиняюсь, в хлам, в полный хлам. То есть наши все заводы,
все фабрики, все предприятия превратили в руины, в кладбище. Вот. Никто не пытается их запускать. Вот это все там остановилось. А с чего формируется бюджет страны? Он, естественно, формируется только с прибыльных предприятий, которые что-то производят, что-то продают, желательно экспортируют, получают дивиденды, и эти дивиденды идут, естественно, в пользу страны. С этого формируется бюджет страны. То есть то, что мы всегда хотим видеть в ВВП. Мы это видели раньше, когда работали хозрасчетные, не другие какие-то там предприятия, которые за счет бюджета живут, а хозрасчетные предприятия. Вот. Это, во-первых, создание рабочих мест. Вот. Во-вторых, мы же видели 12% рост ВВП. Значит, мы это можем. В Украине это возможно. Возможно. То есть 12% это очень много для Украины. Вот. То есть вот хотелось бы это видеть. И вот из-за этого я вот надеюсь, что в новом парламенте все-таки соберется, пройдут люди, которым не чужда идея создания такого блока. И именно пройдут правоведы, которые предложат хорошие законы, на основании которых, может быть, начнет, если надежда умирает последней. Вот. Будут развиваться наши предприятия. Вот. На сегодняшний день, смотрите, где наши пресловутые, вот на самом высоком уровне, вроде бы поддерживают, правительство поддерживает, малый и средний бизнес. Но мы же видим, на сегодняшний день это все убито полностью. Почему? Потому что созданы такие условия для малого и среднего бизнеса, что они не могут конкурировать с богатыми предприятиями, которые, кстати, дробятся на мелкие части и работают на том же едином налоге. То есть богатые могут себе позволить. Вот. Простой производитель, который занимает какой-то бутик или какую-то маленькую мастерскую, он не может себе этого позволить. И его, естественно, выдавливают. И мы получаем эффект. Люди закрывают свои предприятия и уезжают за рубеж куда-то собирать клубнику, красить что-то, там, собирать тот же самый урожай, но уже для кого-то, а не для нас. Вот. А уезжают-то ведь самые востребованные. У меня вот много знакомых, это сварщики с большой буквы, судосборщики, которые уехали в Голландию, они уже не вернутся сюда. Они там нормально уже заняли, как говорится, свою нишу в голландском производстве на судзаводах. Вот. Их оценили, их сделали уже бригадирами, они получают прекрасные деньги. Вот. Если мы не сделаем лучше в ближайшие 5-10 лет, уже я думаю, что с тех, кто уехал, если процентов 50 вернуться сюда, это будет хорошо. Вот. То есть мы теряем молодежь, самую, то, что у нас самое ценное, вот, и генофонд Украины. Які законодавчі ініціативи ви будете відстоювати у парламенті? Що саме головне, що ближче, допустимо, мені, от як производственнику, от мені саме ближче це економічне преобразування. Тобто, я вважаю, що дипломати повинні працювати в своєму направленні, правоведи в своєму направленні, економісти, хозяйственники. Хозяйственники, самые настоящие хозяйственники, они должны работать в своем направлении. То есть, вы понимаете, у нас в каждом районе, вот, допустим, даже по нашему округу, есть проблемы. Проблемы с чем? С открытием каких-то предприятий, которые принадлежат громаде. Я не с пустых, не с неба это беру. Почему? Потому что лично я с этим столкнулся. Мы сделали, были шикарнейший проект для Олешківської районної ради. У нас учредитель, тоді ще Цюрюпінська районна рада. Ми зробили предприятие, єдине в Україні, по видобутку корисних копалин місцевого значення, яке підчиняється громаді. Тобто, других учредителей там нету. На розгляд депутатського корпусу розподіляються гроші. Гроші розподіляються на усмотрение депутатів. Тобто, ці гроші повинні були йти на будівництво дитячих спортивних сооружений. Эти деньги должны были идти на ремонт школ, вот, и для улучшения жизнедеятельности района.
То есть за эти деньги можно было все. То есть предприятие, мы рассчитывали его финансовые возможности, то есть бизнес-план. Оно должно было в 2012 году, 2012-2013 год, оно должно было приносить в бюджет ежегодно в пределах 10 миллионов податков. На сегодняшний день мы чисто арифметически это умножаем на 3, это 30 миллионов. Кому это деньги лишние? Когда мы слышим, что дефицит бюджета, вот, к примеру, у нас на уровне района, освиты там 3,5 миллионов, и медицины там тоже где-то в пределах до 4 миллионов, так это одно предприятие могло бы закрывать вот эти все проблемы. То есть оно не лишнее, но это предприятие на сегодняшний день, его перевели в политическую плоскость, и его вот на сегодняшний день практически угробили. Вот. Особенно за вот эти 5 лет. Угробили на уровне области и районной администрации. С помощью некоторых товарищей. Вот. Угробили, этот проект не пропускали. На сегодняшний день вот предприятие, мы готовимся к судам, будем отстаивать свое право на жизнь. Почему? Потому что проходит период, очень много документов теряют свою, так сказать, силу. Вот. Это все надо возобновлять. Некоторые проблемы нужно будет решать в суду. То есть вот так мы сделали предприятие для громады. То есть, понимаете, ну, эти нюансы, я вот буду четко отслеживать вот эти нюансы. Я считаю, что такие предприятия, которые приносят пользу громаде, они должны быть в районном центре. Вот. В каждом районном центре, в каждой громаде, где только можно такое предприятие сделать. И эти предприятия нужно лелеять. Это золотые, это курица, которая несет золотые яйца. Вот. Ее уничтожать нельзя. Это всегда об этом говорили все. То есть ну, к этому относились нормально. Почему сейчас такое отношение к этому? Ну, для меня как-то это некоторые вещи для меня вообще дикие. Вот. Потом, это второй немаловажный вопрос. Это окончание военных действий. Вот. Почему? Потому что там войну надо заканчивать. Любыми путями, вот, но не путем силы. Надо дипломатию включать на всех уровнях, вот, надо заканчивать. Там такие же граждане живут, как и мы, вот, наши, тем более мы считаем их, что они украинцы. В Крыму тоже украинцы. Вот. То есть эти все вопросы надо решать. Хороший климат создать, я, может, немножко повторюсь, естественно, налоговый для предпринимателей. Нужно дать им какие-то каникулы. До минимума нужно сделать для них приемлемую кредитную создать вот, ситуацию, вот, систему. Вплоть до того, так же самое это аграрие считается. Почему? Потому что, ну вот смотрите, на сегодняшний день, на чем там зарабатываются деньги? Вот урожай, да, вот у нас сейчас посмотреть, весь юг забит кораблями. Вот. Но 5 лет назад продажа остатков сельхозпродукции шла через государственный фонд. То есть сдавали это самое, были еще государственные элеваторы, которые потом реализовывали. И мы, естественно, ну я имею в виду страна, мы зарабатывали на этом какой-то дивиденд, то есть то же самое ВВП, те же самые деньги дополнительные, которые нужны были для формирования других вопросов. Вот. Но на сегодняшний день этого нет. Где наш госрезерв? Его нету. То есть на сегодняшний день так же самое через ЧП, через ПП, через трейдеров там разных. Вот. Грузятся корабли, уходят. Ну, а нам-то какое? Нам-то от этого сыска никакого нет. Вже зовсім незабаром, коли виборець прийде на дільницю, буде віддавати свій голос. Скажіть, будь ласка, а чому він має саме проголосувати за вас? Хвалить себе – це дуже тяжелий вопрос. Ну, я скажу чесно. Я не вру, коли даю обіцяння. І якщо я даю какие-то обещания, я стараюсь их, не стараюсь, а я всегда довожу до логического конца, я их выполняю. Вот. Это вот знают мои избиратели, поэтому. Если я чего-то не могу сделать, я не обещаю. Бывает даже, конечно, всем не угодишь, бывают вот, недовольные, какой-то задают вопрос, а я им начинаю вот, разлаживать его по полочкам. Вот. Но он не в ихнюю пользу, то есть они слышат не то, что хотелось бы. Вот. Но все равно люди потом анализируют, понимают это. Вот. Плюс это или минус? Я думаю, это плюс. Лучше сказать правду, вот, чем вешать лапшу, но потом не выполнить. Ну, это некрасиво. Вот. Есть у нас народные депутаты, которые
этим занимались. А вот посмотрим на сегодня, как народ еще раз проголосует за них или нет. Вот. Ну, моя точка зрения в этом отношении такая. У вас есть возможность звернутися до ваших виборців особисто зараз прямо на камеру. Уважаемые земляки, уважаемые виборці, особенно, конечно, 186-го округа, 21 числа вы пройдете на выборные дільниці и будете отдавать голос за самого достойного депутата, который будет потом представлять ваши права и ваши интересы в Верховной Раде Украины. Прежде чем делать свой выбор, хорошо подумайте, 300 раз подумайте, потому что вас неоднократно уже обманывали, вам неоднократно лгали и подводили, естественно, вас. Потом мы 5 лет ждем, пока будем выбирать нового, опять наступаем на те же самые грабли. Вот. Голосуйте, пожалуйста, умом и сердцем. Взвесьте, прежде чем поставить галочку. Хочу нагадати нашим глядачам, що щойно ми спілкувалися з кандидатом у народні депутати України по 186-му округу Георгієм Журавко, який розповів нам про свої основи передвиборної програми. Дякую за увагу.